Картина «Поклонение пастухов» создана венецианским художником Джорджионе приблизительно в середине первого десятилетия XVI века. Некоторые исследователи творчества художника картины «Поклонение пастухов» из Вашингтонского музея художественного исторического музея в Вене относят к ранним работам Джорджионе. В отличие от большинства современников своего времени, а речь идет об эпохе венецианских мастеров, Джорджионе не старался и не писал большие композиции с большим количеством фигур на ней. Даже наоборот, в большинстве своих произведений этот художник был немногословным, а суть картин он выражал только через свое собственное, внутреннее, ассоциативное осмысление сюжетной картины. Очень часто художник давал зрителям возможность додумывать его творческие и художественные произведения самостоятельно, своими силами. Около 1500 года Джорджионе знакомится с Леонардо и перенимает у него технику сфумато. Поэтому, конечно, по сравнению с Джованни Беллини, Джентиле Беллини и другими венецианскими ранними художниками, которые немножко жесткие, он очень мягкий. Один из искусствоведов, исследователей его творчества, пишет, что картины Джорджионе – это картины без углов. Это действительно вот такое мягкое сфумато, очень легкое наложение, почти лессировочно, красок и какие-то тени, часто глубокие и ясные цвета. И все это создает некоторый лиризм. В это время в Венеции складывается такой своеобразный жанр, который венецианцы называли поэзией. Это картины на мифологические сюжеты, которые очень часто действительно использовали поэмы, очень распространенные и модные, на сюжеты из жизни богов. Но по отношению к Джорджионе это имеет особое значение. Это не только и даже не столько имеет отношение к теме, потому что в темах у него сплошные загадки. Вообще Джорджионе художник тайн и загадок. А это относится скорее к атмосфере, особой атмосфере его картин, которые действительно очень поэтичны, очень лиричны и окутаны некоторой тайной, что бы он ни писал. Такая картина «Поклонение пастухов». Сюжет поклонения пастухов очень излюблен в итальянском искусстве. Вообще, поклонение младенцу очень любили. Такой маленький, беззащитный младенчик лежит почти на земле. И вокруг склонились трое мужчин и Мадонны. Но сцена сдвинута с центра вправо, а половину сцены занимает природа. И природа тоже очень интересна, она постепенно становится тоже почти главным героем картины. Вот если на картине «Суд Соломона» очень в духе Беллини, природа – это скорее задник, это такой фон. То здесь природа – это то, что тоже играет такую эмоциональную роль. То есть эмоционально природа здесь будет задавать тон.
Перспектива фона, глубоко уходящая вдаль, замыкается где-то далеко на горизонте. И замыкают его голубые горы. Такое отображение пейзажа и фона за спинами пастухов создает ощущение присутствия атмосферы и воздуха. Он дополняет и принимает активное участие в действиях главных героев – семья истинных святых и склонивших свои колена в знак уважения и преданности пастухов. Отдельная роль в картине отводится освещению, которое здесь стало каким-то другим, не похожим на освещение других работ художника. Здесь нет чистоты и ясности, которые являются неотъемлемой частью произведений Кватрачента, но зато есть неяркий, едва заметный свет, появляющийся после наступления полудня. Такая особенность освещения дает картине дополнительный объем и цельность. Пещеры, выполненные в темных тонах, создают контраст с одеждами Марии, законного мужа Иосифа, а также с одеждами пастухов, чьи послушные спины технично повторяют очертания входа, находящиеся недалеко от персонажей пещеры. Все это сделало картину художника и мастера своего дела Джорджоне одной из самых неординарных и интересных среди всех творческих деятелей своего времени.